Всем-всем большой приветик. Сейчас была в прямом эфире на Твиче. Делали салат мимозу, готовили в прямом эфире. Также сделали баклажанчики с сырными закусками. Сырных закусок два вида, острая и не острая. То есть обе с чесночком, примерно одинаковые. Но просто в одной побольше чеснока, в другой поменьше, так как у нас в доме едят по-разному. Некоторые едят очень острое, а другие, наоборот, острое прям не воспринимают. Так, также еще сделали котлетки с капустой. Капусты в этих котлетках практически не чувствуется. Если человек не знает, что они с капустой, он даже и не поймет. Вот сковородочку котлет нажарили. Так, что мы еще сделали? Ну, вот два вида сырных закусок. Вот это острое и вот это вот. Не остренькая, такая нежненькая, прям нейтральненькая. Также еще сделали зажарку. Она пошла и в котлетки. И также очень удобно делать ее сразу же побольше. И можно положить в мешочек зажарку и забросить в морозилку. И потом, когда вам нужно будет делать супчик или котлетки, у вас всегда будет под рукой зажарка. И не нужно чистить, тереть это, мусор развозить. Уже все из пакетика достал. И очень даже хорошо. И зажарка после разморозки ведет себя абсолютно как свежая. То есть делайте, не бойтесь. И также еще пожарили грибочки. То есть это мне тоже как заготовка. То есть на сегодня нужно, но не на прямо сейчас. Кто захочет посмотреть эфир, я кину ссылочку внизу. Заходите, смотрите. А лучше подписывайтесь на канал. И будем готовить вместе, творить вместе, развлекаться с псами вместе. Тем более наш беременяш скоро родит. И будем проводить эфиры с маленькими малышами. Да, с малышами будем проводить эфиры. Красавец все хвостиком машет, передает вам всем большой привет. И большое вам спасибо за поддержку, комментарии и лайки. Всех целуем, всем пока-пока.